Так, ну вот в избушке более-менее потеплее стало. Кастрюльку достал, налил водички, чтобы нагрелась. Что-нибудь сварганить на вечер. Сейчас еще наметну. Печка немножко еще дымит. Наметну и пойду за рябчиками, если я что-то найду. Проверю там, как обстановка у нас. Ну все, запотело нафиг. Освещение отключаю, наметываю печку и иду. Ружьишко возьму, несколько патронов. Собаку привязал. Возле избушки пусть сидит. Так, разбьем печку. Обязательно. Сегодня кирпичики хорошо пожарить. Поджарить, как говорится. Нагрелись хорошо, чтобы ночью было комфортно спать. Вот так вот. Чуть полено одно закинем. Он же не влезает там. Наверное, чистить надо. Потом посмотрю. Да, там слишком мало места. Даже полено не влезает. Все. Да, оставляем. Два закинул пока. Вот оно дымить сразу начинает. Уже не так, но все равно. Ладно, пойду. Выключить надо у нас освещение. Опа. Вот такая обстановка без света. Че, нормально. Ну что, Котя, подождешь немножко? Сейчас мы пойдем, сходим. Точнее, я один пойду. А вы здесь с собачкой побудьте пока. Подождите меня. Что, бусина? На фуфайку легла все-таки, да? Полежи тут. Сходим на разведку за одним. Сухих дровишек надо посмотреть, где есть. Чтобы потом на снежике съездить. Привезти какую-нибудь валежину. Очень буду надеяться, что где-нибудь на лунке рябчика встречу. Да что ты не вылазишь-то? Вечно этот ремень колом встает. Опа. Да, чехол, конечно, у меня изрядно так поизносился, уже надо заплатку делать. Ну, чехлу-то 12 лет уже. Матерчатый, надо уже покупать новый какой-нибудь. Потихоньку все выходит из строя, так сказать. Старье высшего пилотажа. Опа! День сейчас короткий. Блин, ничего не успеваешь. Вот только, можно сказать, приехали. Вроде бы рано утром выехали, еще в потемках. Пока вода, пока дрова, пока чайники. Пока расположился. Время уже почти 12 часов. Надо еще сходить, успеть где-нибудь ряба добыть. А если нет, да хотя бы дровишек присмотреть. Ладно. Давай, Буська, сидите пока тут с котом. А я по Бырику сгоняю, пока еще светло, пока позволяет. Ладно, пойдемте. Ну, красота. Да, морозец, конечно, нехилый. Дым столбом фигачит. Ветра ноль. Ладно, потихоньку двигаем. Сейчас-то пока по дороге пойду, так оно легче. О, куропатки тут тропы целые натоптали. А, здесь они были. Прямо у избы ходят. Где-нибудь бы встретить куропатку, было бы, конечно, классно. Только вот 50 метров от избы отошел. Вот кустики такие, да? А там дорога возле реки проходит. И увидел сразу же лунку рябчика свежую. Тут и ездит рядом. Блин, прям сраток. Настроение приподнялось. Только бы где-нибудь его слюнки согнать. Вообще по красоте было бы. И здесь раньше всегда было целыми толпами. Очень много их было здесь раньше. Только бы найти. Ну, а что делать, чтобы по пути было, потому что тяжеловато ходить-то сейчас на лыжах. Снег не особо держит. А сейчас они перед ночевкой-то кормиться должны быть. Не факт, что в лунках.
Возможно, где-то уже на березах сидят. Попробую еще мунком подсвещу. О, одна только лунка была, странно. Ладно, посмотрим. Сейчас километра два похожу. Недалеко от избы. Может, что-то найду. Здесь-то они не пуганные рябчики. В тайге далеко. Вот пока иду по трассе. Сейчас сворачивать буду вправо уже в целик. Пока ни рябчиков ни хрена нет. Как ни странно. Блин, такое место рябинное. И нет нифига, хоть ты лопни. Так, вот дорога уходит вправо. Вот по этой дороге мне надо идти. Поворачиваем. Там до сарая сейчас сходим, покажу вам. Типа избушка, летний вариант. О, сразу грузно пошел. На улице свежо вообще, минус 25 около того. Все хрустит, все шкварчит, лыжи не катятся, как по песку на снегоступах. Ладно, сейчас здесь лыжню проделаю, завтра с утремана уже попробую их здесь поискать. Рекой что фигово ходить, опасно, можно зайти в наледь, и потом вообще с этой лыжи никуда не уйдешь, которая поймает сырой снег, воду. На морозе прихватывает сразу. Местами, конечно, можно попробовать. Там снега меньше, идти легче. Ладно. Пока ищем. Вот она, старая дорога. Тракторная. Сенокосные угодья раньше были. Вот такой, как бы, срытый креш. Чтобы дорога была, подъем был не сильно крутой. О, красота! Единственное то, что как бы синька такая уже темнеет. Не очень хорошо. В плане видимости. А так, конечно. Вон балок-то. Ну, как типа сарай. Вот он стоит. Сейчас вам покажу его. Сейчас подойдем и покажем. Самому тоже интересно посмотреть. У, как тут дорога-то заросла. Не пройти, не проехать. Тут проще-то стороной обойти. Вот это да. Рябчик, ты где? Не отзываются, свистел, пробовал. По нолям. Опа. Вот всегда они здесь жили, рябы того из-за сарая вот этого. Тут как бы озеринка еще идет. Блин, постоянно они тут ошиваются. Ну, по крайней мере, было это лет 15 назад. Представляете, я здесь не охочусь уже вот в этом месте около 15 лет. Вот сейчас первый раз приехал на снегоходе с собачкой в избушке пожить. Пусть хоть и мороз. Романтика. Вот куропатка здесь тоже бегала. Вот и сарай с туалетом, все дела. Красота, да и только. Фух. Странно. Такое место сейчас прошло рябинное, и нету. Очень удивительно. Очень-очень. Вот сарайка. Так. Сторожок стоит. Сторожочек стоит. Ух, как. Вот давно тут никого не было. Что у нас там? О, все нормально, даже дрова есть. Вон, видите, да? Дровишки есть. Все на мази.
Может, кто-то летом отдыхали, не знаю. Ну, летом, конечно, в этом сарае жить не очень хорошо. Тут комаров. Он такой дырявый, как бы. Печка железная. Стульчики, нары. Вверху, внизу. Окошко два. Нормально. Если с палаткой прийти сюда, здесь можно, конечно, обосноваться неплохо. Ладно, сейчас пойду уже рекой. Я сейчас-то шел через лес прямо, а сейчас буду идти по самой реке. Возможно, рыбы будут. Закрываем хату. Вот так. 1995 год. Построена избушонка. Сторожок надо обязательно поставить. Все, красота. Вот не знаю, блин, рекой идти все-таки или по крежу. Блин, рекой как бы в наледь не зайти. Опасное дело. Ладно, сейчас здесь на берег выйдем, посмотрим установочку. Местами, где вот тихие места, можно ходить. Вон, видите? Наверное, не пройти. Ну, во всяком случае, не везде. Вон, видите, опарины есть. Вот они. Вот так вот пойдешь где-нибудь, и можно провалиться. Речка хоть и узкая, но местами есть 2 и с лишним метров глубиной. Ладно, пойду, наверное, по дороге, по старой, по крежу вот там. Вот туда, все, туда, туда, туда. И все, и вверх по течению, и до своей избы. У избы там этот лунка была, рябчика. Там еще покручусь. Возможно, еще его и найду. Как говорится, на обратном пути бывает, везет больше. Такая избушечонка. Фух, красота. Да, сегодня засухарит. На завтра, на среду обещали минус 30 с лишним, там, 35 что ли. Так что вот так вот. Вон какая мощная корявая лиственница. Ух. 200-летняя, наверное. Да. Вот рядом еще похожая красавица стоит. Сучья толщиной чуть ли не сам стебель. То есть ствол. Так, еще метров 500 прошагал. Куропатка есть. Следы есть. Везде выброжено все. Но это все вчерашнее. Сегодня у нас была ночью пороша, несмотря на то, что был мороз. Все были вчера. Что за фигня-то? Рябчика нету. Блин, здесь его раньше толпами было. Просто толпами. Иду уже возле реки. Конкретно кусты все обсматриваю. Интересно, где они все? Куда подевались? Ну вот, лунка пеструхи. Лунки все есть, следы есть. Но все старое, вчерашнее, позавчерашнее. Ничего не пойму. Что, не в нужное время, не в нужный час? Или, как сказать, не в нужном месте? Вот так вот бывает. Все есть, но найти не могу. Так, я уже на подходе к избушке, и смотрите, что обнаружил. Везде лунки рябчика. Вот лунка рябчика. Потом вот так. Вот лунка рябчика. Вон там рябчик просто подсел и пошел куда-то. А дальше видно, там лунка тоже. И все, представляете, вчерашнее. Как понять-то? Сегодня-то где он? Куда он, бродяга, елся-то? Ничего не пойму. Неужели до утра придется ждать? Когда они на кормежку вылетят. Так они сейчас тоже, в принципе, должны кормиться. Темнеет уже. И на манок не откликаются, и непонятно, где они находятся. Где-то в кустах по-любому. Сейчас здесь еще круги понарезаю возле избы. А возле где-то не ткнусь. Хоть бы одного на суп добыть. Бляха-муха. А вот так вообще свежая лунка. Вот
только что вылетел. Ха. А я шел вон. Лыжню у меня видно, вот завалеженный. Я уже как бы круг этот замыкаю. Где-то же здесь. Как понять-то? Не слышно, они перелетают. Вот это интересная загадка. Очень интересно. Не понимаю, в чем дело. Лунки есть, много лунок. Следы куропатки есть. Не могу найти и все. Хоть ты тресни. И время уже темнеет, охота было добыть хотя бы репца. Еще полчаса и будет просто ничего не видать. Но манок категорически не откликаются. Видать, плотно сидят где-то в снегу. Бывает такое, просто на них надо наступить практически. И все, тогда канонада. А так все вот, смотрите. Ноль, блин, сколько бы ни старался. Уже прошел 2 км около того точно, в целик. Либо на кормежку позже улетят, либо что. Ладно, унывать не будем. Так, до избушки мне здесь 300 метров идти. Немножко в целик, потом уже по трассе. Короче, сделаем так. Сейчас приду в избушку. Буду готовить. Ну, хотел супец приготовить, но что же сделаешь. Либо картошку просто пожарю, либо спагетти у меня там есть. Наломать да сварить на ужин. Сальцо, там хлеб. Всякая фигня такое есть, всякого навала, можно сказать. В принципе, без мяса можно обойтись. Но все равно как-то хотелось супец, понимаете, в тайга сварить. Рябчиковый, свежий. О, просто красотища. Короче, что хотел сказать. Значит, я сделаю так. Сейчас все приготовлю. Чтобы было все тепло, нормально, дровишки приготовлю. Съезжу, там, валежину присмотрел одну. Вот. На утро, чтобы все было нормально, чтобы можно было утром пораньше встать, часиков в 5, истопить печку, чтобы все было тепло, чтобы кот не замерз. И двину я вверх по реке. Сейчас я ходил вниз, все тщетно. Попробую сходить вверх, там еще до одной избушки покажу вам. Там тут изб, короче, всяких много. Там еще такая одна интересная изба есть. Есть сарай, его завалили там, короче, деревьями, березами. Все вам покажу. Примерно... Ну, по навигатору, естественно, проверю. Я так сейчас навскидку могу сказать. Где-то 4 км надо ползти в целик. Но, опять же, здесь мужичок тоже в своей избушке живет. Возможно, на его трассу просто выйду и, блин, в лиготку до избушки побегу. Покажу вам наши красоты таежные, так сказать. Зимний лес морозный. Завтра обещают крепкий, еще и крепче мороз. Не знаю, как будет справляться камера. Блин, пауэрбанки, все батарейки замерзают нафиг. Ну, в общем, блин, думаю, будет по красоте. Насчет рыбалки не знаю. Блин, тут сопли можно заморозить однозначно. А вот походить можно. Вот сейчас я спотел, жилетку еще одел. Если бы жилетку не одевал, было бы вообще красота. Прям свежо. И снег более-менее держит. Местами прям хорошо идешь. Но не катится. Ладно. Пойдемте в избушку. Будем что-нибудь приготовить. Так сказать. А завтра на охоту. Еще кружок сделал, где были лунки. Ноль эмоций. Я не понимаю, то ли их кто-то шуганул, отлетели они куда-то. Но где они лунились, они где-то жили несколько дней здесь.
потому что лунки всякие разные. Ну, я уже почти до избы дошел. О, избушку видно, Буська там что-то лаяла, думает. Нет, друг какой идет. Ох, тут еще выйти надо умудриться. Весь лес завален снегом. Ну что, Буська? Буська, пришел хозяин-то. Пустой. Ничего вам не добыл, рябчика не добыл. Добыл бы рябчика, были бы косточки. И собачки, и коту. А так вот оно. Он снегоход тут развернул. Покатался тут немножко. Сейчас за дровами поеду еще. Пока двигатель совсем сильно не остыл. Ну что, Бусина, как тут без меня? Так, из печки вижу, уже дым не идет. Идет просто теплое такое, знаете, как сказать, пар, что ли. О, мороз. Красный нос. Да, Бусина? Ладненько, сейчас надо чаек, надеюсь, закипел, не закипел, посмотрим. Чаек надо попить срочно. На футболку переодеть, весь вспотел. Мешает. В общем, ни хрена я не мог найти, как бы ни пытался. Удиви. Нельзя мешать-то. Когда надо будет, я тебя позову. Нельзя. Завязать-то некуда. Одна единственная петля вот только здесь. Не знаю, гвоздь какой-то приколотить надо. Что-то повыше. Ну-ка, где? О, как же я вспотел. Весь сырой прям чувствуется. Ух. Где? Ладно, пойдемте в избу. Так, что там? В избушке более-менее тепло. Так, надо запалить свет. Где у меня фонарик? Ничего не видно. Стемнело еще на улице чуть. Сейчас добудет свет, сказал монтёр. Опа. Все как дома. Красота. Так, чайник. О, водичка кипит. Красотень. Прям настроение сразу поднимается, когда водичка закипит в чайничке. Вот она. Вот и в кастрюле кипит. Можно уже спагетти закинуть. А вот тут только шумит, что ли? Непонятно. Ладно, здесь водичка пока закипела. Ее можно просто в сторону пока поставить. Но тут непонятно что-то. Надо наметнуть. Или может кипело. Ладно, надо все равно удостовериться. Сейчас наметну. Что-то как-то в избушке-то я бы не сказал, что сильно прям тепло. Нужно наметнуть. Опа, угольки хорошие. Сейчас чай попью. Съезжу за дровишками. Романтика. Надо побольше дров заготовить. Так что, тем более здесь не одну ночь буду ночевать. Надо очень много дров. Мороз. Вот видите, уже сложил тут все. Там у меня несколько еще чурачков осталось. Главное, чтобы она не дымила. А то, конечно, потом глазам так режет, что... Болеть начинает все. Глаза, то есть, болеть начинает. Ну, шумит же. Главное, здесь закипело. Сейчас, блин, горяченький чаек пока попью. Потом будут воду доливать и уже что-нибудь приготовим. Так, у меня еще один чайничек пустой есть. Побольше, самый большой. И воды тут в ведре не сильно много. Так, наверное, сейчас вылью всю воду и схожу еще на прорубь за водичкой, чтобы ночью-то не бегать, чтобы вода везде была. Ладненько, сходим за водичкой, чтобы ночью не бегать. Да, Бусин? Бусина? Бусинка сидит тут. Довольная в лесу. Наконец-то я ее взял в лес.
Ладно, топор берем и вперед из песни, пока светло. В принципе, можно и с фонариком сходить. Ну ладно, пока. Все равно в избушке еще холодно. Очень долго нагревается кирпич. Так что это такое дело. После таких морозов очень долго надо кочегарить печку, чтобы было тепло, чтобы спалось комфортно, так сказать. Чтобы кот, самое главное, не замерз. Сегодня ведь у меня кот с собой. Товарищ, так сказать. Водички набрал. Будем потихоньку готовиться к ночлегу, готовить ужин. Там журналы «Охота» еще есть, старые выпуски. Почитаю, так сказать, на досуге. Вечер очень длинный. Делать нечего особо. Так что почитаю «Охоту». Может, какие-то статейки хорошие найду. Ну а чтоб сорокета не было, мороз, чтоб поохотиться завтра можно было. Так, чайнички у нас зашумели уже. Красотища. Водичка заготовлена. Вот кофеек попиваю. А, красота. Котя. Котя, Котя. Котя. Как тебе тут комфортно? Нет. Скажи, я в шоке. Куда ты меня в избу? Хозяин привез. Мышей лови. Тут мышей целое обилие. Капитальное. Так что. Котя. Куть-куть-куть-куть. Не замерз? Как себя чувствуешь? Хорошо? Сейчас, подожди, макарошки тебе приготовлю. С масочком будешь уплетать за обе щеки. Какой-то куч, что ли? Вот найдет и всякую фигню, а? Откуда он тут взялся-то? О, привез дровишки. Почти полные санки. Блин, затарился на 2 дня вперед. Точно без всяких проблем. Без дров очень скучно в такой мороз. Так. Это дело в кучу. Сейчас накалю. Сразу же на пару дней вперед. Опа. Красота. И на улице все темнее и темнее. Только успевай, бля. Вот что значит декабрь. Кстати, через 2 дня будет самый, получается, короткий день в году. 23 декабря. Сегодня у нас 21. Дровишки после себя обычно всегда оставляем людям. Мало ли кто-то приедет, чтобы затопить было чем. Потом бересточка надо будет сходить тоже где-нибудь набрать. Вот когда уже приехал, да, представляете, до сих пор еще в избушке холодно. Чтобы не замерзнуть, надо дровами запастись. Санки перевернем.
чтобы они не присохли к снегу. Ладно, сейчас поколю, да будем тихонько уже залезать в избушку. Уйди, Боба. Уйди. Сейчас хорошо, морозы колются даже топором, более-менее. Даже мельчить не буду, это наметываю. Чтобы были покрупнее и подольше горели. О, красота! С первого раза. Красотища! Ребята! Опа, ни души вокруг. Просто по красоте. О, дровишки вестимо. Надо еще что-то собаке приготовить. Так. Опа. Не колется. А. Хорош щипать у меня штаны. Задолбало уже. Зашивать задолбался уже штаны. Своими когтями как долбанет. Привычка такая глупая. Кто-то на ноги своими щипахами залезать. Ну что ты будешь делать? Вот это вдубасивает. Опа. Так. Красотень. О. На сегодня на вечер пока хватит. Потом попозже с фонариком еще выйду, поколю. Чувствуется, потеплее, конечно, стало. Нос-то уже не мерзнет. Но до футболки еще рано раздеваться. Да, Котя? Да, на одном месте сидит. Котька. Фу. Чай уже охота пить. Так, один чайник. Самый тонкостенный вскипел. Кофеек попить. Чай есть, конечно, но что-то... У меня так всегда. То кофе пью постоянно, то чай. Как по настроению, короче. Такая вот история. Наметнул несколько полен. Посмотрим. Теплее будет, не будет. Фу, пар идет. Вообще жестко. Условия жесткие. Ну, с печенюшками пока кофеек попью. Валенки уже чувствуются. Такие, знаете, промокать начинают, влажные. У меня есть, конечно, сменные сапоги, но валенка как-то поприятней. Поуютней, что ли. Красота. Красота. Сейчас немного отдохну еще. Буду тепло ждать. Как потеплее будет, можно будет раздеться, да это, что-нибудь сварганим. Надо плотно поесть. Перед сном, можно сказать. Ну как плотно, так, нормально поесть. И что-то приготовить еще на утро. Чтобы утром не возиться. Сразу же все, что было готово, поел. И вперед на охоту. Буду надеяться на завтра. С самого раннего утра, блин. По-любому надо что-то так вот замудрить, чтобы еще чуть свет выйти. Первые рябчики. Когда вот на кормежку вылетают, они начинают, бывает, свистеть. И так что их будет немножко попроще найти. Той дорогой, которой я пойду, обычно всегда тетерева есть. Вот еще на это надеюсь. Вот дилемма, не знаю, что брать. Мелкашку все-таки или ружье. Ружье, конечно, на коротке хорошо, когда с лунок вылетают. С мелкашки, когда где-то вдалеке увидишь. Все-таки ружье, гладкоствольное, оно более как-то универсальнее, что ли.
Тем более сейчас такой мороз, падение пули будет, блин, гигантское. Не знаю, наверное, все-таки я с ружьем пойду. В общем, все по возможности. Самое главное с утра, чтобы 40 не было минус градусов. А то обещали там что-то 30 с лишним. Поэтому интернету верить тоже непонятно. Обычно, ну, какие-то, по каким-то сайтам смотришь, сходится, по каким-то не сходится, в общем. Не знаешь, кому и верить. Котя у меня уже тут калачиком свернулся. Видно, что потеплее ему стало. Нормально. Все веселее. Ну что, ребята, наконец-то я снял куртку с себя, подвесил возле печки, пусть просыхает. То тоже сейчас пока за дровами ездил, снег валит везде за шиворот. Ну, за шиворот-то не так, потому что на всю куртку как бы все облепило потом. Такие маленькие льдинки как бы на куртке, и надо просушить обязательно. Вот сижу в такой обстановке. Кот тут у меня спит. Ждем с тепла. Смотрите, стены. Вот стены, да? Видите, они в инее, если видно. Вот он. Углы еще до сих пор в инее. Вот потолок. Вот только-только здесь еще начало просыхать. Вот больше половины уже просохло. Вот иней. Изба очень настыла сильно. Вот так вот. Вот там тоже в углу он иней. Все. Время у нас. Сейчас скажу. Телефон на зарядке. О, ровно 3 часа. Весь вечер надо вот так вот тусить в избушке. А буду читать журналы. Охота вон. Тут, наверное, журналов 5. Здесь еще вот 3. Тут целая стопка. Так что мне хватит тут почитать. Целая библиотека, можно сказать. Сейчас более-менее потеплее станет. Надо будет собаке что-то приготовить. Что-нибудь заварганить. Коту колбаски хоть дать надо. Так, что еще хотел я? Себе-то сегодня, наверное, немножко картошки пожарю. Да вермишель. Не вермишель, а спагетти вот взял. Вот такие вот. Какие были в магазине? Какой-то ролл там. На пару раз мне хватит. Так, печенюшки есть, сметана есть. Что у меня тут еще есть? Хлеб есть. Хлеб у меня 1,5 буханки есть тут. Так. Достану сразу, чтобы они тоже немножко отошли, как говорится, а то по морозу ехал. Такая вот хрень. Вон, даже майонез еще есть. Всякого потихоньку, помаленьку. Чаек везде, блин, раскиданный. Ладно. Так, вроде бы все достал. Будем ночевать, как говорится. Вон, смотрите, какой люди из положения выходили. Вариаторный ремень сделали сами. Вот это новшество. Такому ремню позавидует даже, как его, Илон Маск. Просто какой-то ремень, смотрите, да, обрезали. Здесь как бы состыковали клепки. И вот получился он как бы на клин, как будто реально вариаторный ремень. Кто-то, блин, из положения выходил, не знаю даже кто, может, дядька у меня или еще кто. Ну, как раритет, здесь он висит в избушке. Вот так вот. Тут разводяга вон какая моднявая. Поварешки, видать, не было, с консервной банки сделали. Вот так вот, с березки. Воткнули проволокой, проэтовали и все. Разводяга получается. А собаке что-нибудь может накладывать. Пойдет. Так, водичка у меня тут все есть. Красотень. Вот видите, все иней в углах. Тут снег даже не тает. Не знаю, как буду ночевать. На улице морозище. Посмотрим. Так, этот чайник у меня закипел. Этот закипел. Вот этот никак дождаться не могу. Тут у меня вода вот тоже греется для
вермишели. Тут сковородка для картошки. Масло растительное у меня есть. Чеснок есть. Что еще больше надо? Да больше, в принципе, ничего и не надо. Сегодня никаких таких дел особо не делал, так что мне этого хватит вполне. Фонарики тоже вон пока инеем покрыли, сейчас вот повыше поставил, так сразу мокрые стали. Ладно, просохнут. Так, что еще? А вот котелок такой как бы нечистый, здесь, наверное, собаки и сварю. Как бы в целом так котелок нормальный, но мыть его нафиг. У меня есть свой он. Забабахаю собачки что-нибудь. Так, да, прохладно еще, блин. Я еще вспотел, сейчас за дровами ездил. Есть такое немножко прохлада. Ладно, ждем, когда вода закипит.